Безопасный Новый год, подготовку к предстоящему празднику обсудили на заседании антитеррористической комиссии Биробиджана. Развлекательные мероприятия начнутся с 20 декабря. По заверению сотрудников МЧС, сады, школы и учреждения культуры проверены на предмет пожарной безопасности. Работников проинструктировали, члены комиссии рекомендовали ужесточить пропускной режим в детские учреждения на период утренников, а при проведении массовых мероприятий обеспечить дежурство скорой помощи. Также определены 9 санкционированных площадок для запуска фейерверков. В ближайшее время пройдут рейды по торговым точкам, где продают пиротехнику. В период новогодних каникул общественный порядок будут охранять более 250 полицейских. С 30 декабря по 9 января личным составом отдела будет приведен на усиленный вариант несения службы. Численность патрульно-постовых нарядов будет увеличена на 25%. В местах проведения новогодних мероприятий перед их проведением будет проведено обследование специалистами-взрывотехниками.